Всем привет, это продолжение моей партии на восьмерых в Sid Meier's Civilization 6 на карте Архипелаги, где я играю за ацтеков против Америки, Индии, двух Греций, России, Польши и Конго. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, ну или в описании к видео, ищите. Всегда лучше и интереснее смотреть с самого начала, а всем остальным приятного продолжения. Просмотра. Это был стратегический шаг. Я запер всех варваров города, чтобы им не мешать. Так, в гранату. Ну, кстати, давайте в гранату. Вот, обратим себе на пользу то, что я забыл поменять карточку. А потом торговый путь. Так, меняем на судостроение. Тут уже гавани построены. Кстати. Так. Кто-то, кстати, раньше американца построил гавани. Неизвестный игрок. 7-5. Неплохие города у американца. Между прочим. Там жалуются на... Так, один ход. А если... Так, а если так, все равно один ход, зато три хода роста, окей. А если так... Нет, 2-2 не очень. Да, у американца, кстати... Слушай, а вот Торонто и Преслав это на твоем континенте или нет? Не пойму. Не нашел ни то, ни другое, так что, наверное... Серьезно? Не на моем. Я так понимаю, они, видимо, где-то снизу. У меня тут горы все закрыты. Ну у тебя же галеры есть. Галеры плавают с другой стороны. Слушай, ну это... Это получается... Подожди. Копс, ты, получается, раньше нашел Торонто, чем американец? При том, что Торонто в трех клетках от его столицы. Ну, там, видимо, я проплывал, какой-нибудь юнит проходил, все такое. Но это не везука прям. Если ты из Вашингтона не в сторону Торонто отправил, это прям какая-то не везука. Везука. Ну, видимо, да. Оракул, к сожалению, нету холма для него. А Падана, по-моему, уже не... Возрождение ведь... А, нет. Какого она считается? Видимо, античности все-таки. Ну, не знаю, по-моему, нету смысла строить. Арчи. Вот меня заперли. Блин, ну я не видел вообще, честно говоря. Ну ладно. Тогда я не буду обстреливать тебя. Не, так я говорю, это не воевать. Я думал, ты специально запер меня. Так. Не, я честно как-то не заметил твоего. Ну классно, прям. Мне так все в тему. Выполнил задание Торонто. Зашибись. Так, вот так вот, что в столице построить. Давайте, а наверное... Торонто, получается, оно справа. Я его и не мог найти никак. Я его не вижу с моря. Но вижу его границы за горами.
Ну да, у тебя тоже вот ты за горами не можешь пройти. Все города у меня на этом побережье. Так, тут монумент, амбар есть. Блин, надо опять на поселенцев переключиться, потому что мне тут надо поселенца построить, а 8 ходов это очень долго, честно говоря. Ладно, давайте галеру. Блин, что-то я долго начал думать. 3 минуты это долговато я. The poets have been mysteriously. Так, а сколько там осталось до пирамид 5 ходов? Блин. Так, что-то я подвис. У вас игра не подвисла, случайно? Да, у меня тоже что-то подвисло. Висит на мертвом. Отвисло. Set your course by the stars, not by the love. Так, теология, по-моему, дает еще посла. Да, дает. Но мы пока в оборонительную тактику пойдем. Так, поменяю. Видимо, 2 золота надо поменять на поселенцев пока. И, наконец, +2 влияния. Так, теперь в Теночтитлане построим еще одного поселенца. Это Горга, а у тебя будут ли кусы на обмен потом? Вряд ли, у меня все в одной штуке. Да, кстати, я могу хлопком поменяться. У меня 2 хлопка уже. У меня 2 какао есть. Можем меняться. Так, этим поплыли, этим будем лечиться. Сейчас открою только что-то внизу. Так, ну давайте ускорим арбалеты. Ну, чудо хорошее. Ёмон сити. Что-то я отстаю. По культуре так не слабо. Ой, это по техам. Хотя судостроение только... Арчи уже в средневековье.
Культура так всех одинаковая. Ну, в ученичестве, скорее всего. Так, мне, кстати, для ускорения ученичества надо еще два рудника построить. Ну, видимо, тут два рудника надо строить. Как-то без вариантов. Блин, тут столько места, я смотрю, еще. Селись не хочу. Он говорит, что-то в культуру ударил сильно. Оракул могу построить. Блин, хотелось бы... Вот тут уже хотелось бы лес вырубить, пожалуй. Давайте пока монумент. Мне культура нужна в любом случае. Проработка железа, колесо... Ну, кстати, водная мельница в столице подойдет. Так, для ученичества что? Деньги как раз нужны. Давайте деньги. Странно, нашел все-таки три города-государства, видите, до политической Какой философии. Какой смелый город на американском континенте. Кто, кто? Кто этот кто смельчак? Да, Горго, Спарта, видимо, с криком «This is Sparta». Город на американском континенте. Ну это как бы тоже мой континент. Ну, там просто мой город в двух клетках вот от этого. Ну... От границы до границы, то есть в четырех. Честно, я не... Пока в игре небольшое затишье, спешу напомнить, что это видео вышло при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru. В параллельном мире на Землю напали рептилоиды, и только консулы, игроки из нашего мира, управляя через канал связи колониями людей, смогут победить проклятых рептилоидов. На моей памяти первая браузерная игра, в которой креатив ценится больше постоянного в ней нахождения. Не забудьте после регистрации воспользоваться бонусным промокодом Лёша играет. Ну, у него только 4 города. Видимо, по жителям вырвался. Не знаю, стоит ли мне сюда плыть, это исследовать, или лучше поверху. Наверное, поверху пойду. Еще у меня вот эта территория не исследована, что мне не очень нравится. Надо было сразу гавань ставить. Ставлю в эту сторону, потому что у меня тут внутреннее море такое, у меня будут появляться корабли очень в тему. А тут, если будет кто-то нападать, то корабли могут просто не появляться. То есть они разграбят гавань, вот это вот все. Зачем? Кстати, а есть еще люди, у которых железа нету?
одном городе часто не бывает железа, это нормально. А зачем тебе железо? Нет, я просто вот посмотрел, что у меня железа нигде поблизости нет. Не везучий ты, значит. И расстроился, да? Не, ну у меня, кстати, железо в четвертом городе тоже черт знает где. Wealth consists not in having great possessions. Так, ну что? Кстати, давайте-ка мы сплаваем за этой руинкой, во-первых. А во-вторых, кстати, если что, будем посело защищать. Где нам его лучше? Вот тут, я думаю, кстати, да? Ну, до камня не дотянусь. Ой, блин. Куда я его отправил? Блин, может тогда лучше здесь? Лучше здесь, мне кажется. Поставлю отметочку. Так, эту галеру лечить. Арчи, давай ты как бы борзеть не будешь уже и плавать по моей территории? Я вверх уплываю. А зачем ты вообще сюда заплывал? Я даже не видел, куда я плыву. Да, нормально. Он может прийти ко мне тоже поплавать. Я рядом. Я тебя тоже бить не буду. Нет, мне не нравится, что ты у меня плаваешь. Выплыл там, я тебя... Всё, я вот наверх, я говорю, на следующий ход наверх. Так, давайте расти. По максимуму рост. Так, да, 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 и здесь, пожалуй, все-таки вот эту клеточку. Начнем ученичество открывать. Сколько стоит рабочего купить? 130. Ну, в принципе, 4 хода и можно будет прикупить. Так, гавань. А, так мне сейчас дадут же рабочего с пирамиды, отлично. Все вовремя, все вовремя. Так, я понимаю, что грек где-то с этой стороны. К созданию поселенцев убираем. Наверное, строительство чудес тоже можно убирать. Больше не будет у меня чудес. Ну, античности и древнего мира. Я пока не подтверждаю, просто хочу посмотреть, какие еще чудеса остались. Оракл. Как ты успел, блин? Ты в астрологию прям ткнул? Да нет, я в ученичестве и там, и там. Ну я не спешил особо. Few inventions have been so simple as this. Галерку. Я дальше уплыву. Блин, так я сам вверх хотел плыть вообще-то. Давай, я тебя пропущу, постою здесь. Как ты меня пропустишь? Я вверх хотел плыть, как ты меня пропустишь? Ну, на следующий ход вниз похожу на крабики твои обратно. Как-то это все подозрительно. А тут я проплыть не могу. Ладно, я другим путем поплыл. Угу.
тут столько места у кого-то. Селись не хочу, называется. Так, Теночтитлан на рост стоит, окей. Тут все норм стоит. Тут норм. Да и здесь вроде нормально. Так, здесь я сделаю шахту. Хлопок обрабатывается. Еще вот эту рыбу надо обработать. Сколько вообще зарядов? 4, я надеюсь. Да, 4. Так, кто там построил гавани? Америка. Неизвестный игрок. Индус. Все. Причем они все античную эту приняли. А у меня олигархия пока. Ускорили, отлично. Еще руинка. Смотри, вообще можно как-то так заселять, в принципе. Преслав хочет торговый путь. Торонто хочет великого инженера. Блин, тут такой огромный континент. Вот это американцу надо его и заселять. У него 3 города. Неужели он его... Он должен был видеть, он 3 ремы и тут плавал точно. Странно. Так, сначала давайте рыбу эту обработаем. Блин, или лес этот вырубить? Давайте, наверное, лес вырубим. Потом обработаю рыбу. But as I headed into the heart of New Zealand's fjordland, that same childlike feeling. Слушайте, так это крутое чудо. Надо там город поставить. Раз, два, три. Плюс культуру и золото соседним клеткам. Ну, чем плохо. Вообще очень даже неплохо. Так, монумент завершили. Гавань давайте строить. Надо гавани везде, чтобы флотоводцы появлялись. Ну, тут город я все равно поставлю, естественно. Тут хорошее место. О, слушайте, тут река. Раз, два. К сожалению, Преслав мешается. Так бы, конечно, на реке лучше было поставить. Я вот не знаю, я думаю, что я сейчас рабочего не буду покупать, а куплю лучше торговцев новых. Сейчас появятся гавани, а торговцы тоже 130 стоят. Но я выполню задание Гранады и Преслава. Кстати, а Преслав что дает? Ваша легкая и тяжелая колония? Ну, это фигня. Ну и тем более они золото будут мне давать. То есть я сгенерирую больше золота, чтобы за них купить рабочих. О, еще плюс гавань. 2, 3, 4, 5. Вот 6 как раз. У меня ресурс на 6 городов действует. Так, амбарчик сразу. Я
пожалуй, лучником вернемся. А вот и Горга. Да, но она немножко расположена не очень, это чудо. Слушайте, прикол, что до этого... До этой руинки можно добраться только с прокачкой рукопашного юнита, который может по отвесным скалам забираться. То есть вот сейчас эту руинку никак не взять, в принципе. Ну или город поставить, чтобы он... своими границами ее захватил. Интересно. Так, а дайте я города проверю. Тут Теотиуакан вырос. Что он тут обрабатывает? Кофе никто не желает обменять. Ну, в смысле, ты кому-то дашь кофе или тебе нужно кофе? Нет, ну типа я кофе, а если кто-то еще что-то предложит. Ну, у меня попозже будет хлопок. Через несколько ходов. Тогда смогу с тобой поменяться. А есть еще такие люди, которые никого не нашли? Ты на другой планете живешь. Я только... Джек, ты что, никого не нашел? Серьезно? Вот я только тебя не нашел. Джек, так ты, может, просто галеры не строил, поэтому никого не нашел? Египет, сделку посмотри. Invincibility lies in the defense. The possibility of victory in the attack. Мне кажется, это есть... Давайте плюс 2 золота. А, я в прошлый раз не поменял. Плюс 2 золота. Может, и при создании строителей производство увеличивается. Давайте поставим. И строителей наклепаем своим ходом. Так, мне надо быть сюзереном Торонто обязательно. Потому что воздействие промышленной зоны развлекательного центра — это очень-очень круто. Не, ну сейчас уже скоро каравеллу построю, и это... Тогда точно кровать найду. И всем хана. А ты ГГшки только какие-нибудь нашел? ГГшки нашел. Там их половина, по идее, должна быть. Раз здесь у нас всего 4. Так, а какие ГГшки перечислим? Может, кто-то рядом с ними? Я нашел Махеду Дарова. Вот, я тоже возле него сейчас плаваю. А ты где от меня живешь? Ой, я далеко, кажется. Ну смотри, вот над Махеджо-Даро этот... Греция находится. Правее там континент Конго. Я вот как бы сейчас возле него плаваю. Можешь, если к нему подплыть, то я там буду. Давайте, наверное, послов получу. Это я явно вот это ни одно, ни другое я ускорять не буду точно. Мне просто ни военный лагерь я не собираюсь строить, ни религию тем более я тут не основать. Так, все религии основаны, да? Россия, Греция... Еще одна Греция и неизвестный игрок. Неизвестный игрок — это я. В принципе, мне католицизм больше всех нравится. Так что если
А кто, кстати, просто тут две Греции написано. А, Спарта. Это я. Да, да, ну, наверное, тебе. Зороастризм. Ну, зороастризм тоже неплох. Арчи, когда у нас там мир с тобой уже? О. Так, еще в Преслов. Хотя, в принципе, нафига мне... Гранада просто вот алькасары. Ну и что эти алькасары дают? Культура. Никому не нужны лошади покататься. Не, я лучше здесь. Там нет, вместо всех люксов лошадей, да, в неограниченном количестве. Я лучше здесь ферму построю попозже. Слушайте, ну если американец тут не строит, может мне тут город тоже поставить? Неплохое место. Так, ЖКТ, у тебя что, что за нация? Поляк я. Поляк. Я сейчас представляю бы, сейчас все это время я сидел бы молча, с выключенным микрофоном. Нет, потому у тебя не был бы включен микрофон. Я не мог бы говорить. Тебе просто не к кому обращаться было бы, да? О, я пришел в Торонто наконец-то. Слушайте, у меня ни единого шанса не было ее найти вообще никак. А что, у тебя нету проплыва из Вашингтона направо? Нет. Только юнитами туда прийти оставалось. Так, а нафига я тут маяк строю? У меня же там строители типа быстро строятся. Так, все тут. На еду можно отключать. Началась в Теотихуакане нехватка. Так, тут я производственный построю еще. Ну, остальные районы можно на тундре вот этой. Странно, почему в Преслов не хочет бегать. Блин, наверное, надо из этих двух городов отправить все-таки, чтобы дороги сделать. Дороги нужны. Так, 130 торговец стоит. Может мне уже, хотя там 135, да, надо апать в каравеллы, возвращать галеры, уже примерно все понятно. И апать в каравеллы. Ну и бегать будет быстрее, и лучше будет
Лучше поймем, что тут вокруг, да и напасть на кого-нибудь можно каравеллами. Вот Вашингтон не берется каравеллами, а Сент-Луис только в путь. У Грека тут надо глянуть, что... Блин, Арчи, дашь проплыть? Тем более он там в ученичество, никто еще из тех... Клетка. Просто так, нет? Границ. Из тех, кого я встретил. Убивая его. Моча подлого американца. No more have exact religious thinking without theology. В принципе, пока все оставлю так, как есть. Блин, я думал за крабов золото, да? Право. Так. Меха кофе на обмен предлагайте. Еще нужен рабочий. Можете нас там поменять. Торговца я... Хотя торговец один ход. Давайте, наверное, построю. Начал часть отход, нашел первого игрока, нормально. Очень увлекательная игра. Блин, не так пошел. На, в Шачикалька надо было отправлять. Не там дорога. Получается, я первый всех нашел. Ну, видимо. Да, ты будешь председателем Мирового Конгресса. А, давай, какие резолюции вносишь? Любые можешь вносить. Например, убить всех греков. Такой геноцид. Я уже работаю над этим. Следующая резолюция, пожалуйста. Предлагаю эмбарго американцам. Согласен. Поддерживаю, да. Ну вот, несешь им мир и демократию в их страны. Эмбарго. То есть, ну тут какие-то вот места прям куча, заселяй не хочу. Где народ, который должен их заселять, я не знаю. 3, 4, 5, 6 городов. А у грека что с городами? 4. А, не 4, 5. 5, потому что столицы тут не видно. Че мне каждый ход сообщают, что Америка вынуждена объявить войну Греции? Каждый ход такие слухи. У нас две Греции просто. А ты обоим объявил? Ничего себе. Я же говорю, я выполняю резолюцию уже. Тут места для американских поселенцев мало. Ничего себе мало. Поставил 4 города и еще с нами воюет. Нифига себе мало. Нифига себе мало американцев. А то что они тут ну, еще со вот мной это... Ну, он анимизирует, как бы. Притворяется. Делает вид. Корпус. Грек не хочет там ему морские города позахватывать? Вместе там, да? Нет, не хочу. В смысле, у кого там корпуса, подождите? Я даже не знаю, где он.
А он слева, вот видишь, где мой корпус, да, слева от корпуса. А, он их уже снес. А как вы в корпуса уже, кто там вышел в корпуса, или кто? Или это я флотоводец? Адмирал. Адмирал есть, да, такой флот дает. Подожди, а кого ты там культуркамп уговариваешь, на кого напасть? На того, кто с нами воюет. На американцев. Так он американец от грека, просто вообще... Ну, от второго грека. Да, но уговаривает-то он Арчи. Я так понимаю, культуркамп же Арчи уговаривает. Ну, так я же и сказал, что я как бы... Пас. Ну вот, в Америке есть снова место для жизни. Я как понимаю, это временно. Да, слушайте, тут у меня мест для районов-то не особо много. В чем проблемка-то? Так, пожалуй, здесь куплю таки торговца. У меня еще два хода до галеров. Я думаю, что накоплю денежки. Under the white cliffs, battlemented crown. Блин, куча места. Зачем там народ воюет? Не, ну конечно приятно хорошие города захватить. О, какой тут серьезный юнит. Ну ты так квадрилемками его бьешь, да? Нет, он города на моем этом материке поставил. А, по суше? Да, я, блядь, всадник пришел. Там конго, я смотрю, настроен. Серьезно. О, я Польшу нашел. Польша, я тебя первый нашел, нет? Нет, ты второй. Первый русский нашел. О-о-о. Разочарование. Три города всего. Два, три. Три только потом апнуть. Значит, надо сюда заплыть. Надо быстрее апнуть в каравел. Хотя мне не будет через три хода 135 денег. Так что можно спокойно плыть.
Странно, почему тут никто не заселяет? Индус, а что ты не заселяешь территорию? Типа у тебя еще лучше где-то места есть. М? Ну, такое дело. Просто мне как бы плыть надо по этому всему. Пешком уже я не могу пройти туда. Почему не можешь? Нет. У меня столица... Ну, я имею в виду вот эту сверху, где белые скалы Дувра, вот это вот. Ну да, по скалам же можно ходить. Вот это как раз проход. Нет, я имею в виду, что от столицы поселенцы не провести. Там-то, конечно, можно. Просто я как бы чуть рабочих сначала понастрою. Поселиться. Поначалу как бы нельзя было, потом варвары мешали. Пройти не давали. И там еще тоже надо варваров сперва убить, потом селиться. Так, в возрождение не вышел еще никто. Да, игра, конечно, очень медленно идет. Или это у меня? Not all wonder. A lost. В сравнении с нормальными пангейными местами. Потому что мало суши. Да, это он. Давайте откроем. Вызвать вдохновение для исследования. Вообще, гранаты и прессов, еще раз повторю, мне как союзники нафиг не нужны. Ну, если только воевать там на моей стороне, это ничего, конечно. Норм. А, блин, я уже могу по океану, кстати, плавать. Даже галеры, я забываю, что здесь это можно. Представляете, у нас тут есть место, которое полностью окружено горами. Одна клетка, прям 6 гор. Эта карта вообще странная в плане гор. Тут есть прикольное место, вот поляк его видит, например, там, где стоят руинки, которых не забрать никак, кроме как промоушена на отвесные скалы. Когда можно забираться. То есть с суши они окружены горами, а с моря у них скалы в этой клетке. И все, и никак ты не заберешь. Там можно город поставить? Или как-нибудь третьим радиусом забрать? Ну, это такой, да, тоже возможный вариант, ну как-то... Да, там на рынке город хороший получится. Я, кстати, даже подумал, чтобы там город поставить. Правда, его захватить легко, но это не важно. А на этом есть кто-нибудь еще живет на этом островке? Я живу. Американец сверху на этом островке. Подождите, вы островком называете вот этот огромный континент? Да. Островок. Все, клеток. Шириной. Блин, а на кого мне тут нападать? Что-то... Индус, а куда поплыл этот поселенец? Туда, куда что? Я и сказал, да? Ну, да. Там уже американец потихоньку начинает сидеть за себя тоже. А, ну да, вот точно. Американец. О, я нашел Лиссабон. Поставил спасибо, город. Не за что.
прямой наводкой во фрегаты пойду прямо сейчас. Интересно. А почему я, интересно, в эти бежки не могу караваны отправлять? Торонто, там, Крест. Ты в судостроение вышел, да? Да. Ну, тогда не знаю. Кстати, я что... А, я тоже не могу, да. Кстати, я тоже не могу. Вот в Преслов точно не могу отправить. Хотя он, по идее, недалеко от меня. Я могу отправить в Дели караван просто через всю карту. Ну. Но не могу в Торонто. У вас, кстати, по поводу караванов, как бы вы не меняли города? Просто мне что-то кажется, долго очень ходит караван один, не могу никак перенаправить его. А там написано, сколько осталось? Ну вот у меня 9,9 написано, и так уже давно. В двух караванах, которых я в разное время отправлял. А в каком смысле не меняли? Что ты спросил? Типа... Ну смотри, вот я как бы из Дели послал караван в Нет, я город, понял. Да, в чем твой вопрос? Меняли ли мы караваны? То есть у меня караван у меня заканчивался. Да, у меня караван заканчивался, я в другой город отправил. Ну ты по суше, да, поспал, наверное? Сначала по суше, потом по морю. Блин. Что-то... И напасть не на кого. А у тебя там написано, сколько ходов до завершения? Четыре, восемь, пять, 14. Оно ж, по-моему, нифига не соответствует реальности. Ну вот я как бы иду, у меня два каравана, количество ходов до завершения 9 указано, цифра. Вот, при том, что я их в разное время отправлял. На разных ходах. И как бы ничего не меняется. Не... Хотя вот один вроде бы должен уже давно был это смениться. Ну, закончится, в смысле. Непонятно. Так, 6 ферм. У меня ферм сколько построено? Раз, два, три. Три фермы. Еще надо 4. А тут где-нибудь 5-6. Ускорим феодализм. Так, ну, пожалуй, я пока теперь буду сохранять послов. Так, ферма. Здесь ферма, там ферма. Тогда пока феодализм убираем.
А Михаил это Конга, да? Да. Видимо, его я в этой игре не найду. Че, Люк, псы никто не хочет менять так? А это кто Конга там не найдет? Кстати, да, кстати, я его тоже не нашел. Я так понимаю, он где-то справа. От Польши. А Польша где? Между двумя границами. Она подо мной. По-моему, между двумя Грециями мы с американцем. Ну там, как бы, у одной Греции два города такие найдены на островке. У которой? Ну, это который Горго. Ага. Неплохо тут все, конечно. Так, исторические хроники я сейчас ускорю. Что-то русские вообще все чудеса строят, я смотрю. А что еще Штумберг делать? Люди просто не хотят играть 190 ходов. Что не хотят? Играть 190 ходов. И строят все для туризма. Религия, чудеса сейчас пойдут в культурные районы. Блин, походу надо Гранаду будет захватывать. Так а что там мой брат грек погибает? Нет, не погибаю. Так он на своем острове, я просто его с американской земли высел. Ну что, вот нафига нам гранаты здесь? Ничего, пойду ГГшки брать, а с двумя городами вообще не сидеть не круто. Понимаешь, он мой союзник, но... На грека тут как-то неудобно нападать, Мегара неудобно. Так, отлично, исторические хроники ускорены. И сейчас феодализм будет ускорен. In democracy, it's your vote that counts. In feudalism, it's your count that votes. Давайте вот это создание строителей, пожалуй, уберем. Поставим плюс один к жилью во всех городах с двумя и более специализированными районами. Так. Еда, еда. Нормально. И начинаем строительство промышленной зоны. Привет. Не, а что-то это тупик уже. У вас в отношениях наступил тупик? Очень хорошие гавани такие. Не подступиться, к сожалению. И у всех главной территории намного больше, чем у меня. Вот
что меня расстраивает на самом деле. Блин, что-то еды в том городе нету. О, нифига себе, где хижина нашлась. I've lived through some terrible things in my life. Some of which actually happened. Петра? Там клетка только под Петру была или еще Петру? То есть человек рассказывает, что у него тундра, да? И строит Петру. Знаменитая я Петра в тундре. Не поверите, в тундра две клетки луга и пустыня. И одна клетка под Петру как раз. Ты прав, не поверим. Красители. А, это от Торонто красители, отлично. Все, Арч, мы в расчете можем мириться. Индус маяк строит, да? На этом пока все. Зайдите на сайт consolewar.ru и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.